На третий день нашего путешествия выдалось солнечное утро, и мы пришли на море. Но в море оказались небольшие медузы, Маша не захотела купаться, и нам пришлось выкопать для них детское море. Здесь девочка Аня, Маруся, а с ними вместе французская девочка Лилу. Дети делят ведра. Лилу. Она хочет белое. Ну что ж поделать? Белое самое большое. Что обиделась? Девчонки, дайте Лилу белое ведерко поиграть. Машке принесли рис с креветками. Папе принесли красный карри с креветками. Острый, говорят. Это мой рис. Его отдали почему-то маме. И вот у нас будет суп из тамариндовой пасты. А еще мы будем кушать кальмаров с чесноком и перцем. А где мои креветки? Вот они пока горяченькие. Мы сейчас вот так разрушим до основания. В этом году мы в Таиланде отдыхаем без мотоцикла. Связано это с тем, что у нас есть свой мини-мотоцикл. А именно Машкин самокат. Если вам в Таиланде стало жарко, можете прикрыться лопушком. Вот таким. Лопушком размером со все тело. Чушки в джунглях. Что вам показать-то интересного? Вон такая речушка. Маша и мама едут на плотике. Нам очень весело. Мы проплываем мимо поваленных деревьев. Вполне возможно, их сделал бобер какой-нибудь. Вот тут камушки. Если тут все растет, то тут все и живет, наверное. Нам заливается вода, караул, что же будет? А мама и Маша хотели ехать в кроссовках и вода, да-да, и не переодеваясь в шортах. Да чего тут такого? А тут воды по пояс на плоту. Продолжаем плыть на плотах. Ничего нового не происходит. Небольшие пороги. Скорее всего, этот кусок видео мы удалим. Сейчас мы разогнались на небольшом пороге. Мальчик сзади кричал громко: «Давай, давай!» Они выучили два слова. Мы выучили как «здрасте» и «спасибо». Они тут вот «до свидания» и «давай, давай». Девочки, что вы делаете? Мы плывем на плотике. В джунгли, что ли? Да, смотрите, давайте посмотрим. Мы плывем в джунгли вон туда, по маленькой-маленькой речечке. Фото-фото! Дошла вода! Сейчас будем проходить порог.
Ничего себе набрало. Прям даже чуть по пальцу не ударило. Ужасный страшный порог. Еле прошли. Машуль, что мы сейчас делаем? В лете, все в зиме. Да. А почему мы плывем? Хитренькие. А ну, где мы плывем-то? Где мы плывем? Вышли на плотике? Да. Стишок такой. Коротенький вышел. А под нами камушки? Да. А у всех зима. А у нас тут лето. Смотри. Ого, и правда, на пальме видны кокосы. Приключения, мы плывем под мостиком. Удивительное приключение. Вот он какой, мостик. Чему-то нас разворачивают. Опой вперед. Высоко. Долгой тропинки забираемся. Ого! На слоне можно. Ребятки, где мы находимся? Мы приехали в Сиан и Раю. И пойдем кормить красивого слона. Карами салона, спасибо. Заходи, спасибо. Наши ребятки решили купить приманку для слона и покормить слона. Но пока пробиться не могут, потому что люди без очереди будут фотографироваться. Давай я тебя сшу.
Вот он лопает. Спасибо вам, хоботом говорит. Давай, отдал его. Покормите левого. Ребятки, дайте я сниму, как ребенок кормит сверху. Спасибо. Давайте, быстро банан. Пока пусто, давайте. Все? Все сожрал? Молодец. Маша и мама подошли посмотреть буйвола в тайской деревне. Раньше на этих буйволах все возили. Важно посмотреть, как Маша на это смотрит. Буйвол нравится? Да, хорошо. Буйвола глаза. Ну давайте сниму для истории красивые глаза буйвола. Маша и мама фотографируются в интерьерах старого тайского жилища. Само жилище находится вон там. Циновка для спанья. А здесь у них такой топчанчик для отдыха. Да? Да. Маша пошла знакомиться с местными тайскими актерами, которые разыгрывают. Можете сделать фотографию бесплатно. Маша с какой короной, а? Решила обналичить свой купон, на который она имеет право получить сувенир. Кушает рис. И получает за это рыбку на веревочке и какие-то ядрышки, наверное, плеваться ими. Вот.
Что? Снимай, пока тебе говорит. Что говорит? Снимай. Да, снимаю. Сегодня ждут приключений, девочки. Что мы делаем? Маш, кого мы там нашли? Расскажи папе в камеру, кого там нашли. Три краба. Три краба? Мама. Дочка. И папа. И где же они? Там уже... Один пляжа, один купаться. А где мы сейчас находимся-то? Куда приехали? Порт. Морской порт. А оттуда куда мы поплывем? Мы поплывем куда-то? На острова. На острова поплывем купаться. Целый день, да? Да. Целый день будем купаться. И прятаться от солнца, потому что мы уже сгорели. Да. Маша в бусах. Нас угостили арбузом с ананасом. Кто это, Маша, тебя? Кто это? Расскажи. Расскажи, кто это? Это Тяптя, а фамилия у нее Пузырик. Это ящерица Тяптя, а фамилия у нее Пузырик. Да. Хорошо. Нет, краб. Девочки рассматривают крабов внизу. Он уходил купаться. Вот эти крабы, которые девочки рассматривают так пристально. Вот он вылез из норы и сидит, греется. Большой. А вот поменьше, сидит. Вот их два сразу в кадре есть. Видите, поменьше крабы. А вот побольше. Мы покушаем и опять у нас немедленно. Вот, до 4 вечера. 4 вечера мы опять же собираемся и отправляемся обратно. Единственное, что касается... Ого! Так быстро! Пришли в зону, где мы будем отдыхать после моря на Банановом острове. Вот такой остров, почему-то он называется Банановый, но бананов тут нет. Вот, очень красивая водичка здесь, белый песочек. Вот наша Маша заняла себе шезлонг. Бирюзовая зеленая вода. Это Банановый остров. Маша отказалась купаться, потому что ей в море все колет. Кажется, что там медузы. Лежим на шезлонгах. Вот таких. В тени деревьев. Едим мороженое. Маша, что ты делаешь? Маша, что ты делаешь? Что на дереве сидит? Маша говорит, что она сидит на дереве. Вот так выглядит то место, где мы находимся сейчас. Это небольшая такая пляжная полоса, где под деревом расположено много малых шезлонгов. Там вдалеке море, кораблики, кораллы, там плавают рыбки. Мы вот сидим под таким деревом размашистым, тенистым, на шезлонгах. Гунга? Гунга? Маня? Ты чего, куда? А? За мамой купаться идешь, что ли? Ну смотри мне.
купайся там. Купаться-то пойдем сегодня или сгорим? Купальщицы идут по воде. Белый-белый песок. Чистое лазурное море. Лучше с той стороны, сказал папа. Всю нахуй. Окей. In universal understanding. Мы сидим в кустах на аттракционе, похожем на слона. Катимся на слонике. Вот мама, вот Маруся. Маруся. А вон красивая-красивая бухта Камала. А вот на нашем слонике. Лохматая голова нашего красивого слоника. Вот лохматая голова нашей мамы. Вот голова в шапочке, чья? Маршалосий язык. Папку показывать не будем, потому что надо срочно браться и держаться за что-то руками. Скажите о своих впечатлениях, что сейчас произошло? Что мы делали? На чем катались? Маша ни на чем каталась, а мы катались. Просто на пеньке. На пеньке просто. Вот эти пеньки, на которых мы просто сидели 30 минут. Ну что ж, Маша считает, что мы просто на пеньке посидели. Вот погонщики, вот здесь мы залезали и садились на пенек. Какой серый-серый слон. Обсыпался грязью очень. Чтобы жарко не было ему, кожа не обгорела. Аккуратно, смотри на слона. Что хочешь? Колокольчик у него на шее слона. Муха отгоняет еще от себя. Об коленку разбивает этот тростник, чтобы сок вышел из него. Это сахарный тростник, наверное, да? Он его специально колотит об коленку, чтобы он посочнее был. Жинкает. Колено, смотри, помахал с двух сторон. Не обтягивай. Землю обтягивай, точно. Молодец какой. Да, очистил. Вот маленькая обезьянка
кушает доширак. Там специи, наверное, просыпались, ей там вкуснее. Вкусная лапшичка. Маша тоже пойдет сейчас кушать какую-нибудь лапшичку. Или курочку, да? Ну что, красотки, наигрались со слоном? А птицы там сколько? Поедем кушать и потом в аквариум, может быть, или еще куда-нибудь, да? Купаться, может быть. Сзади, сзади тобой кто-то интересуется. Как я красавчик. Да, идем. Пришел к тебе в гости. Ну что, отдал? Дорогие. Сейчас фоточки еще сделаю. Улыбайся, дочка. Это же весело. Какие, как птички маленькие. Аккуратно кушает, Маш? Да, хороший какой. Да зеленый, какой красивый. Твой любимый цвет, да, Маш? Маш, здорово? Лети оранжевый тоже к Маше. Маша, добрая девочка, тебя тоже покормит. Рыжуха, ходи ко мне. Понимаешь? Ага. Ой, кому это он сел-то? Ко мне. Вот кто тут? Ха-ха, хитрый какой. Красненький тоже хочешь? Иди ко мне. Нет, посмотри. Красный какой красивый. Русский, закормим его уже. А футболку невкусную. Вообще невкусную. Если ты хочешь, не балуйся уже. Закормим его. Этот смешной какой. Списали.
Вот ты, Вика, наверх посмотри, наверх. Стой вот так. Стой так. На него смотри. Да подожди, я с ним спорю. Попроси ему ладошки, он уже присматривается к вам. На канатик, да, мы? Да. Да, мы. Да, мы. Сытые попугайчики. А нам уже жарко. Иди сюда, скандалист красавчик. Иди сюда, скандалист красавчик. Иди ко мне на ручку. Папа, не глупо. Иди, красавчик. Thank you.
bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up.